Какие великолепнейшие слова мы, дорогие друзья, с вами читаем в одном из томов святителя Игнатия Брянчанинова. В наше трудное, лукавое время, когда люди многие пребывают в страхе, если бы мы пребывали не в страхе за свою жизнь, а в страхе Божием. Мы же знаем, что начало премудрости – страх Божий. «В терпении вашем стяжите души ваши», читаем мы в Евангелии от Луки, 21 главе, 19 стих. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет: «Ах, нужно нам помнить это наставление Спасителя, нужно держаться за него непрестанно, как держится слепец за руку путеводителя, потому что скорби то и дело передают нас одна другой, как волна волне, перепродают нас одна другой, как жестокий господин продает невольника другому господину, столько же или более жестокому. И когда уже душа и тело истончатся скорбями, соделаются слабыми, ничтожными, подобно паутине, принимает нас гроб. Для преодоления иной скорби нужно мужество, для исшествия из другой мудрость, для избавления от третьей смирения. Но во всех скорбях, при всех прочих добродетелях, непременно нужно терпение. Ни одна добродетель не может состояться без терпения. Добродетель, чтобы прибыть добродетелью, нуждается в терпении. Кто же поколеблется в добродетели, не претерпит не до конца, тот теряет свою добродетель. Господь сказал о благоугождающих ему, что они плод творят терпение, повелел душу свою стяживать в терпении, известил, что спасается только претерпевой до конца.